сегодня поговорим о мьюнинг. Что не нужно лицо держать так, сутулиться, чтобы появлялась второй подбородок. Нужно держать осанку. Приблизить голову вперед, растянуть язык к небу. Поднимаю. Впадину. Такие основы мьюнинга. Но знаете, что самое главное в мьюнинге? То, что нужно содержание жира в организме 10-15% как минимум. Если вы жирный, то забудьте о каком-либо мьюнинге, каких-либо впадинах, челюстях, выразительности.